Гришенька, давай быстрее с теми чемоданами. А то на поезд опоздаем. Давай, Гриша, ну быстрее. Да чего мы опоздаем, кошечка? Чего мы опоздаем? Да я сама уже не знаю, что этот поезд, зачем он надо. На кого же ж это вот все оставляем? Эту мебель, этот хрусталь, эти ковры, те. Это ж все же ж украдут. Да ну почему украдут, кошечка? Да потому что я тебе говорила, что надо было сигнализацию поставить. Так я ж сигнализацию ж приготовил. Гриша, это где ж та сигнализация? Ну вот магнитофон. И что тут магнитофон? Магнитофон. А вот тут у нас идет проводок. И что тут проводок? Вот как только кто-то к двери прикоснется, сразу включится запись чего? Откуда я знаю чего? С моего дня рождения, вот. И что та запись, Гриша? Ну как что, ну? Вор услышит, что в доме полно народу, и уже ни в жизнь сюда не полезет. Ну, ну на вот, послушай. Вот на. Вот. Вот слушай. А? Слушай, ну тогда все напились от страшного, Гриша. Это ты грамотно придумал. Да, я ж думал. Гриша, у тебя оказывается праздник, а ты нас не позвал. Хорошо, что мы через стенку услышали. Ребята, заходи. Здравствуйте! Привет! Ну не трогай меня!